арестовали. Очень опасный фрирайдер, и он ходил по магазу, пуле, пил себе скотч. Сейчас сделаю лайфхак. Мы поедем с ним кататься и взрывать пухляк. Пухлячок. Ты же опасный, ты в фуле ходишь по магазу, чувак. Ты что, думал, что меня как нормально смотреть будет? Пришел просто купить кофе. Ага. Чего обычного? Я первый раз пошел, да. Видишь? Подошел пару раз. Иди, чувак, потому что мы первый раз попадали. У меня, походу, какой-то попроще. А у меня что? Подороже. Я то не делаю, знаете, комфортно. Ты что, ноги теплее, да ладно. Все, закончился. Будет у тебя одна нога сухая, а вторая мокрая. Я ради 50 рублей одну ногу замотал. Иди за еще один. Скоро мы узнаем, какой скотч спасет Валика от влаги. Моток прозрачного скотча 20 рублей. Моток армированного полтинник. Которого хватило на одну ногу. И то не хватило. Так давай, вставай, просто катись вниз сразу. Ловишь? Ну такое, я просто вилку вот здесь внизу пробил и все. Тарас, взрывай по плечу. Раз! Ебой! Пусти так спустил! Еб! Вот комментальфую! Е 13, говно палки! Ебой! Поймал! Тут бы с дрифтом в этот поворот войти, чувак. Yeah, boy! Yeah!